И снова всем здравствуйте, и снова всем добрый день. Посмотрите, какие сегодня яркие краски. Яркие летние краски в первый день лета. Что же здесь у нас? Расчет на 13 человек. Две тарелочки — это овощные фазенды. Далее на трех тарелках у нас идет рулет бисквитный с крабовыми палочками. Брускетты с тунцом. Форель с лавашом и тостовым сыром в огурце. Далее на трех тарелках у нас идет салат летний. Заправочкой полью прямо перед отдачей. Вот такой смачный салат. Очень, кстати, интересное сочетание вкусов. И гастрономические тарелки. Это у нас сложный треугольный рулет. Базовый рулет — это куриный с адыгейским сыром. Немножко декора на эти две тарелочки. Господи, как все ярко, как все красиво. И такие закуски, как рулет бисквитный с копченой курочкой, грибами и шпажки Цезарь. Шпажки Цезарь. Они политы заправкой и обсыпаны пармезаном. Собственно, все это уезжает к заказчику.